движется страж. Это линейка называется боевые челюсти. У них открывается рот. Они могут растягиваться. Можно его снимать одежду. Вот, одежда. Можно просто обновить. Чтобы не было холодно зимой. Учиться Лена. У него здесь каша. Вот смотрите. Лена уходит в Спайдермен. Он также может растягиваться. Все гуджицы могут растягиваться тогда. Наполнитель этот гель с паутиной. Связывать. Сжимать его. Крутить вот. Вот так вот можно. Человек-паук справится с любыми веномами. Тайро. Ой, Граша, не Тайро. Я сейчас включаю воду. Ой, давай я включу. Вот он такой. Можно с ним тебя сейчас. С него вот так даже растягивать. Руки прям. Ой, все. Так растягиваем. И вот так получаем мускулы. Засылать. И теперь чку, и вот так, и я вам сегодня расскажу про линейку «Галактическая атака». Как вы понимаете, галактическая атака, значит, она где-то в космосе. Эти гуджицы правда из космоса. Я сегодня расскажу об одном из них. Это злодей Сатурн. Он очень твердый. А, это, наверное, я его замораживал, и там лед остался. У него и наполнитель, да, переливается в гель. Вот можно растягивать. А потом я хочу. Его растягивать можно. Он заклинил. Нет, он слишком твердый. И он слишком твердый. Ой, это не больно. Не стоит как делать. Нет, стойте, нет. Пяу! Это гуджетсу злодей. Все. Это Меркурий. Да, ой, вот открылся. Запрыгнула. Ксуная передвижение гуджетсу. А! Меня не прилетел. Это самый тяжелый. Чуть меня в моего не попал. Его особенность, у него три глаза и у него вот сейчас в спине. Паучки. Паучок. Вот видите паучка? Не видим. Вот. Паучок великий. Я покажу вам страж. Это тоже мегалактический. Это из комикса. Вот персонаж есть. Лизовой солнечный удар. Космопантага. Старшеду. Меркула, который я только что Доминик показывал. Сатурна, которого я показывал. И ультраредкий хрустый коид. Так, потрогаем. Ну, в принципе, мягкий. Вот показываем Астухаши. У него вот забрал открывается. Вау! Он хорошо тянется. Шарики. Жилетка у него снимается. У моего Меркула тоже жилетка снимается. Эй! А я сейчас сниму Груда. Он, я вот сейчас, он такой мягкий. И в нем, знаете, почему он мягкий? Кисель с листиками. Вот так вот он растягивается. Опа. Я вам покажу вот этого ультраредкого хрустикоида. Его особенность это, он вечно не растягивается. Только руки. Ну вот, наполнитель это гель со шариками. А, вот такой вот гуджицу. Это ультраредкий караптагон. Это двойной набор гуджицу. Арктическая схватка. Эксклюзивные фигурки. Открываем. Доминик будет показывать одного гуджицу, а я второго. Это гуджицу, его зовут Гига Биби. Он наполнен шариками с пластмассовыми. Вот смотрите. Маленькие такие икры. Трусики. И он еще может вот так сделать. Я покажу вам гуджицу Тая. Это тоже боевые челюсти. Как и Траш, которую я покажу в первый раз. У него хвост также, станишки снимаются. Это гель с зубами, Гуджицу Бенгал. Пушистый. Перекрашен цвет. Она была вот такая. А мы ее уже перекрасили в розовый. Это все наши гуджицы. Вот. Вот.
Эй, это не только твои, я не понял.